На поддержку экспортеров Башкортостана дополнительно выделят 85 миллионов рублей. Об этом сообщают в правительстве региона. Средства планируют направить на частичное возмещение затрат, связанных с транспортировкой товаров, включая пилотные партии. Уже получены заявки от предприятий на 55 миллионов рублей. Ранее для поддержки предприятий-экспортеров из республиканского бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Как сообщает председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева, подписано 41 соглашение с 32 компаниями. К слову, региональный проект развития экспорта в Башкортостане реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».